за время нашей работы за 16 лет мы провели более 200 благотворительных операций. Почему мы это делали? Мы это делали для того, чтобы популяризировать и рассказать о возможности реконструктивной хирургии молочной железы после такого неприятного, скажем, диагноза, как рак. Очень хорошо, что сегодня этот диагноз абсолютно не приговор, и пациент имеет право на дальнейшую совершенно нормальную жизнь. Но мы это делали потому, что мы выяснили, что очень много женщин, которые были сооперированы до того, как появились эти технологии реконструктивные, до того, как они активно шагнули в медицину. Естественно, эти женщины в активном возрасте, 30, 40, 50 лет, которые были пролечены по поводу рака молочной железы операцией мастектомия, естественно, они тоже захотели восстановить себе грудь, сделать, так сказать, восстановить первозданный свой внешний вид. И очень многие пациентки, которые откликнулись и согласились на эти благотворительные операции, они сказали, что их результат их очень удивил, потому что этот результат даже был значительно лучше, чем исходный материал, когда у них был диагностирован рак молочной железы. Вот поэтому наша социально активная позиция в этом и заключается. На сегодняшний момент очень много женщин, которые не подпадают под бесплатное лечение по реконструкции, по восстановлению молочной железы. Поэтому наши благотворительные программы, они имеют большое социальное значение. Они вселяют веру в женщин, то, что эту операцию можно сделать, можно найти хорошего специалиста в своем регионе. Поэтому мы активно продолжаем это движение и рассказываем о возможностях реконструктивной хирургии молочной железы.